Рецепт приготовления запеканки из кабачков с фаршем под сырной корочкой. Чудесное летнее блюдо. Ингредиенты самые доступные. Готовится быстро и просто. Сначала натираем кабачки на крупной терке. Немного их солим, перемешиваем и оставляем минут на 10, чтобы они выделили сок. Далее нам понадобится фарш. У меня свиной, 500 граммов. Добавляем к нему 3 яйца. Нарезаем лук и укроп. И отправляем в фарш. Добавляем чеснок, отжимаем кабачки и тоже добавляем в фарш. Добавляем приправу. Соль, перец, копченую паприку, хмели-сунели и хорошо вымешиваем. Перекладываем в форму, разравниваем и отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 градусов Цельсия на 1 час. За 10 минут до готовности запеканки натираем сыр на крупной терке. Достаем запеканку и посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку еще на 15 минут для того, чтобы сыр расплавился и немного подрумянился. Также по желанию можно посыпать кунжутом. Запеканка готова! Такая запеканка станет идеальным решением для сытного и не слишком калорийного ужина. Она нежная, сочная и очень вкусная. Запеканка будет вкусной как в теплом, так и в холодном виде, с каким-либо гарниром или без него. Попробуйте это вкуснейшее блюдо из кабачков. Уверена, понравится всем. Приятного аппетита!